В многоквартирном жилищном фонде мы планируем воплотить в жизнь указ президента о внедрении энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде, который прежде всего позволит населению на, скажем так, добровольных началах, при согласии собственников жилых помещений участвовать во внедрении энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде. Дело в том, что существующее законодательство не позволяет и не позволяло привлекать собственные средства населения на эти цели. И можно видеть в том же городе Минске и в других городах, где один собственник жилого помещения, где его не устраивает, он утепляет одну свою стену, которую он считает, что она промерзает, да, или в индивидуальном порядке меняет окна, да, производит замену за свой счет. Но не каждый себе, первое, не каждый может себе это позволить сделать, это раз. А второе, если это делать, то это необходимо делать централизованно. И замена радиаторов отопления, и внедрение приборов учета систем регулирования, это необходимо к этому подходить в доме комплексно, да? Потому что система отопления общая. Для того, чтобы в многоквартирном жилом доме внедрялись энергоэффективные мероприятия, за это необходимо, чтобы проголосовало не менее 2/3 собственников этих жилых помещений. Это первое. Вот это принцип добровольности. Второй принцип. Те же собственники утверждают или голосуют, как угодно это можно называть, за тот набор энергоэффективных мероприятий, которые они хотят внедрить у себя. Это термореновация ограждающих конструкций, это замена оконных блоков, это вплоть до замены радиаторов, если это не предусмотрено капитальным ремонтом, установка индивидуальных приборов учета и индивидуальных приборов систем регулирования, это и передача данных. За все это мы с вами голосуем. И утвердив тот набор энергоэффективных мероприятий, мы выражаем свою заинтересованность в форме заключения договора с исполнителем этих мероприятий, да, с эксплуатирующей организацией нашего жилого дома, и внедряем их. А потом в течение 10 лет, а для малоимущих и неимущих семей в течение 15, рассчитываемся, скажем так, ежемесячно, поэтапно за тот объем работ, который для нас выполнило государство.